открывается уже по-человечески просто. Уже продумали наконец-то простое вскрытие. Сейчас мы ее посмотрим. Что же поменялось в отличие от предыдущей серии? Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня на обзоре новинка. Это новая серия NFK. Это модель 2019 года. И мы хотели показать вам эволюцию упаковки NOBA, какая она была раньше и какая она стала сейчас. То есть раньше мы имели, ну вот у нас только длинненький вариант остался, вот такую полиэтиленовая упаковка с пенопластом. То есть пока не разрежешь, не откроешь. Вот такая была не совсем удобная упаковка. Следующая эволюционная часть была NOBA, новая серия была вот в такой упаковке. Тоже она скрывалась там, надо было разрезать тут. Убирать именно этот пенопласт, разрезать. То есть тоже было непросто вскрыть. И новая. Вот она уже такая цветная, красивая, розовенькая. С усмененным дизайном. И уже скрывается. Вскрывается уже по-человечески просто. Уже продумали наконец-то простое вскрытие. Сейчас мы ее посмотрим. Что же поменялось в отличие от предыдущей серии? Так, кабель. Так, инструкции, гарантийные талоны, инструкция на русском языке есть. Но она такая кратенькая, но тут особо нечего разбираться. Так, давайте вкратце пробежимся по коробке, что заявляют, что они поменяли. Здесь есть по-русски. Написано: обогреватель, норвежский дизайн, точный электронный термостат, качество и безопасность для всех, сохранение энергии и денег, защита от брызг по классу IP24, аварийное отключение при перегреве, колесики для установки на полу, продаются отдельно. Указана мощность обогревателя. Еще как фишка наклеена тихий электронный термостат, но они все тихие в принципе. Здесь модель, название, где производится. Glen Dimplex, так, ну это понятно, что Ирландия, а где написано, что Норвегия. Написано, кто производитель, производитель NOBA Glen Dimplex Heating and Ventilation Ireland. То есть главная компания это Dimplex. Glen Dimplex называется, которая купила NOBA не так давно. Теперь NOBA принадлежит им. И сама компания находится в Ирландии. Но NOBA делается в Норвегии. Сейчас на другой стороне, наверное, написано. Размеры обогревателя даны внизу в самом какой-то QR-код. Ну, это, наверное, поставщика. Так, а здесь что написано у нас? Скандинавское отопительное решение мирового уровня. NOBA поставляет качественные продукты в сфере электрического отопления и управления энергией для большинства типов зданий. Наш опыт работы с требовательным скандинавским климатом и широким спектром панельных нагревателей и систем управления энергией позволил нам стать ведущим поставщиком решений в сфере отопления и обеспечения комфорта. Крутые, крутые. Дальше, с другой стороны. Уже другие эмблемки пошли. Так, где по-русски-то? Чук-чук-чук-чук-чук. А здесь не по-русски, но обозначения другие. Ну, прецизионный электронный термостат, точный термостат, эко-дизайн, сохранение энергии и денег, IP24, защита. Написано то же самое, только по-английски. И написано 20 лет гарантии. А здесь почему-то не написали. Про гарантию ни слова. А здесь написано 20 лет гарантии. А потому что, видимо, в России не 20 лет гарантии, а поменьше. 10. А в Норвегии 20. Что за несправедливость? Ну ладно. Так, а здесь? Дизайн and engineering. Дизайн и инженерия в Европе. На коробке не написано, где сделан.
Так что могут делать, где хотят. Давайте перейдем к самой панели, уже посмотрим, что поменялось. В сравнении мы откроем такую же, ну только мощность побольше будет у нас. Но суть одна и та же. Посмотрим, что конкретно поменялось в новом обогревателе от Nova. Вот. Так он выглядит. Что поменялось? Ну, на первый взгляд, панель, только передняя панель, она стала более округлой, вот эти жалюзи стали, их стало меньше, их стало раз, два, ну, две жалюзи, можно сказать, да, таких отдельных, или раз, два, три прорези, по бокам они округлились, то есть сделали формы более плавные, вот эти углы все сделали плавные. В принципе, больше-то ничего не поменяли визуально. Кнопка, термостат, все то же самое. Единственное, мне кажется, цвет стал другим. Оттенок цвета стал другим. Мы сейчас сравним с другим, посмотрим, со старым. Все то же самое. Как бы, если не видеть Nova никогда, ну или видеть его издалека, то можно сказать, что ничего не поменялось. Даже они не поменяли компоновку скрепления панели, она осталась такая же. То есть загибы просто мы вставляем туда и два винта закручиваем и пружины, которые распирают панель. То есть корпус конструктивно ничем не поменяли. Поменяли только выштамповку вот самих ламелей и скруглений. Все. Все изменения за долгие-долгие годы. Но, видимо, уже так нечего менять. Все хорошо. Вот наклейка еще добавилась. Давайте визуально сравним две панели. Вот, смотрите, в чем разница. То есть, все видно. Здесь очень много. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть прорезей. Здесь три прорези. Вот, наглядно видно, как они отличаются. Единственное, этот у нас помощнее обогреватель, на 1,5 кВт, а этот на киловатт. Ну, это только размеры в длину у них отличаются, и все. Вот, и не знаю, видно это на камере или не видно, здесь им такой как бы острый угол, по сути. Панель идет так, так и так. А здесь этот угол закруглен прям ровно. Нет вот этого вот треугольной такой выштамповки. Вот и вся разница. Больше ничего не поменялось внешне. Смотрим, что внутри. Ну, не считая размеры, на первый взгляд все одинаковое. Единственное, здесь плата обычная, а там плата звездатая. Со звездой. Отмечена специальным логотипом. Сейчас мы посмотрим, она отличается вообще или нет. Ну, вот на это не обращайте внимания. Это на полторашках идет та штука, которая распирает панель, чтобы панель была не дребезжала, чтобы она в распор была. И обогреватель был таким целостным. На маленьких такой нет, потому что он и так держится все хорошо у него. В принципе, TEN. Ну, если не считать размера. Все ламели, ну все одинаковое, абсолютно. Эволюция обогревателей Nova шла в три этапа. Сначала они поменяли блок управления с термостатом, поставив вот такие современные термостаты. Затем мы увидели на выставке новый облик, новую переднюю панель, более гладкую, с тремя прорезями. И сегодня мы увидели, что и поменялась еще у нас коробка. Стала вот такая. Вот три этапа за последние несколько лет, как эволюционировал обогреватель Nova. По цене ничего не поменялось, все то же самое.
Сейчас в продаже есть как новые панели, так и предыдущие, где было больше прорезей. Это может быть, они могут быть интересны тем, кто купил до этого и кому нужно комплект подобрать. Покупайте сейчас, потому что в скором времени их не будет. Все будут такие же. Если у вас в одной комнате один такой, ну тут дизайн просто разный, да, может быть, кому-то не понравится. А так, на ближайшие 5 лет будет вот такой дизайн с тем же термостатом, с тем же блоком управления современным, который ничего не потребляет при выключенном состоянии. И в принципе все. На этом наш обзор нового обогревателя закончен. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока. Смотрите наши новые видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.